академии. Естественно, были качели туда-сюда. Ну, я думаю, что этот турнир один из серьезных ветеранских турниров, в котором я играл лично. Я думаю, что это будущее ветеранов, и дай бог, чтобы больше и больше команд участвовали в турнире. Ну, естественно, мой музей. Могу гордиться тем, что первый турнир мы выиграли у себя дома. Сделали приятные нашим болельщикам, нашим давнишним болельщикам. Я думаю, что да, это, наверное, уже подсматривает наши секреты. Сергей, на этот раз не знаю, если мы зуб точили, уже расточили весь зуб, ничего не осталось. Да, получилась неплохая игра. Думали немножко, конечно, что уже выиграли 4-1, но подросла. Начали играть. Хоккей, не меняться вовремя, устали. Хорошо, что выиграли. Очень приятно. Спасибо огромное болельщикам. Очень хороший соперник, они очень грамотно играли. Нам удалось немножко, наверное, около них ворот. Удачно сыграли, удачно сыграли. Два дня такого напряженного труда из офиса. Тело болит. Насколько это для советского?